Амбиций победить у вас как таковых нет? Или было бы приятно? Я не знаю, может быть, потому что у нас впереди сольный концерт 8 марта в Киеве, да, и у меня все мысли уже заняты этим практически, потому что это тоже очень важно. Поэтому на Евровидении я такой акцент не делаю. Если мы победим вдруг, хорошо, если не победим, у нас очень-очень много дел, есть чем заняться. Именно поэтому я не углублялась в то, насколько справедлив конкурс. Мы никогда этого на самом деле не узнаем. Но то, что в этом году совершенно другая команда работает над конкурсом, это очень приятно, и именно поэтому мы там участвуем. Потому что я, когда узнала, кто музыкальный продюсер, да, кто судьи, я поняла, что я могу спокойно идти на конкурс, и мне дадут быть собой, и не будет никаких таких нюансов нечеловеческих.